Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вячеслав Ермаков. Я являюсь студентом третьего курса факультета теологии. Сегодня жребий пал на меня, и у меня есть возможность рассказать определенную историю. Я хотел бы рассказать о том, как Бог особенно заботится о людях, которые посвящают Ему свою жизнь. Он заботится о всех, бесспорно, но у Него есть любимчики. У него есть любимчики, те люди, которые, в хорошем смысле, те люди, которые посвящают ему свою жизнь. Библия нам это показывает. И я бы хотел просто рассказать три небольших истории своей жизни, три опыта. У меня было намного больше опытов, но чтобы не тянуть эфирное время, хотелось бы рассказать такие самые яркие и дальше сделать небольшой вывод. Первая история. Все эти три истории, они произошли после того, как я принял свое сердце Христа, посвятил свою жизнь Ему и сказал Ему: «Да, я хочу следовать за Тобой». Первая история связана с тем моментом, когда Бог призывал меня поступить в Заокский. Я это точно знал, точно был уверен, но у меня была проблема, одна большая проблема. В школе я учился ужасно. Я был таким себе учеником. И когда я понимал, что Бог призывает меня поступить в Заокский, в учебное заведение, высшее образование, и я понимал, что я еле-еле справляюсь со школьной программой, и мне теперь нужно тянуть университетскую программу, и я просто, зная себя, я понимал, что я на это не способен. Я говорил: «Господи, ну ты чего? Это вообще, ну, чему ты призываешь меня?» Вот, но я вспомнил историю. Я вспомнил историю Даниила и его друзей, когда они, молодые люди, подростки, попадают просто в языческую среду. Они попадают туда, находятся при дворце Навуходоносора. И из-за того, что они были верны Богу, в итоге через какое-то время они становятся в 10 раз умнее и мудрее самых просто там прокачанных интеллектуально людей той страны. Я вспомнил эту историю, я поставил Богу условие. Я ему сказал: «Слушай, Господи, раз ты хочешь, чтобы я был здесь, я буду там, но при одном условии. Если ты дашь мне успеха в учебе». Я говорю: «Я знаю, что я не способен, я знаю, что это вообще не мое, мне это не интересно учиться. Если ты дашь мне успех, я пойду. Пойду туда, куда ты призываешь». И я пошел, и с каждым новым днем, с каждым новым предметом я все больше и больше осознавал и осознаю, что Бог услышал меня. Он услышал мою просьбу, Он услышал мое условие. И он исполняет это условие со своей стороны. Зная себя, я вообще не понимаю, как такое произошло, что я из просто последнего двоечника превратился в примерного студента. Вот Кирилл не даст соврать вам, который стоит за камерой. Я тут не хвалю себя, я хвалю Бога и хочу рассказать о том, что он может сделать. Действительно, я удивляюсь. Но это одна история. Вторая история, которую я хочу рассказать. Она случилась на первом курсе, когда я поступил сюда, и возникла проблема с тем, что я не мог оплатить свое обучение. У меня не хватало денег, у моих родителей не было денег, но мне нужно было внести определенную плату. Я не знал, что делать. Я начал молиться, говорить: «Господи, ты меня сюда позвал, но я тут даже просто и заплатить за себя, за один год не могу заплатить». Говорю: «Что делать? У меня проблема». Я об этом молился, и буквально через неделю ко мне подходит мой одногруппник и говорит: «Слушай, я знаю о твоей проблеме, и у меня есть побуждение отдать тебе сумму денег». Он рассказывает о том, что приезжал к нам какой-то американец в Заокский, он там проводил программу или что-то, я не знаю, тусил тут у нас. Вот. И он моему однокрупнику дал сумму денег определенную в долларах. Он говорит: «Слушай, у меня есть побуждение дать тебе, ты используй как хочешь». Мой однокрупник говорит: «Я не посмел воспользоваться этими деньгами в своих целях. Я Богу пообещал, что я дам эти деньги тому, кому они нужны». И он говорит: «Я чувствую побуждение дать тебе». Я говорю: «Окей, я ну, как бы не против, вообще без проблем, раз ты так хочешь, давай». Вот. И когда мы начали переводить доллары в рубли, оказалось, что буквально сумма, которая выходит, буквально каждый рубль, в общем, соответствует той сумме, которую я должен был заплатить. Абсолютно, абсолютно. Для меня это был первый такой очень яркий опыт того, как Бог заботится и помогает. Но это еще не все. Последняя, третья история на сегодня, это когда тоже к концу первого курса я прихожу к осознанию тому, что мне нужен ноутбук. У меня нет ноутбука, тот, кто учился, особенно в высших каких-то учебных заведениях, знает, что без ноутбука, без компьютера невозможно нормально учиться. Рефераты, курсовые, дипломные, очень много всего нужно конспектировать, хранить. И я понимал, у меня нет. Но у меня нет денег, у меня нет возможности заработать, потому что нет времени, у моих родителей нет денег на то, чтобы купить мне ноутбук.
Я опять начал молиться, я говорю: «Господи, слушай, ты, ну ты молодец, конечно, ты меня до этого момента провел, но вот, как бы, вот определенная преграда есть». И я говорю: я чувствую, что я не могу учиться, мне нужна эта помощь». Я начал молиться. Через 2 недели ко мне подходит мой очень хороший знакомый, который живет тут за Окском. Он уже взрослый человек, друг нашей семьи, мой друг. Он говорит: «Слушай, Славик, я знаю, что у тебя есть проблема. Я хочу купить тебе ноутбук. Я хочу купить тебе ноутбук». Человек каким-то образом узнает о моей проблеме, о том, что мне это очень нужно. Он огромные деньги, ну, по крайней мере, для меня, по моим меркам, тратит свои собственные для того, чтобы спонсировать меня, инвестировать в меня, в то, чтобы как-то мне помочь с этим. Эти 3 истории, они настолько для меня яркие и настолько для меня важные, потому что я все это время чувствовал, как Бог особенно заботится обо мне. И хотелось бы прочитать небольшой текст о том, что Бог делал для израильского народа, когда они откликнулись на его призыв выйти из Египта и идти в землю обетованную. Вот что пишется в книге пророка Неемии, 9 глава, с 19 по 21 текст. «Но ты по великому милосердию твоему не оставлял их в пустыне. Столб облачный не отходил от них днем, чтобы вести их по пути, и столб огненный ночью, чтобы светить им на пути, по которому им идти. И ты дал им духа твоего благого, чтобы наставлять их, и манну твою не отнимал от уст их, и воду давал им для утоления жажды их. 40 лет ты питал их в пустыне, они ни в чем не терпели недостатка, одежды их не ветшали, и ноги их не пухли». И ты читаешь вот эту историю, ты понимаешь, это просто нереальная какая-то забота, то, что он для них сделал. И я чувствую себя, знаете, таким вот маленьким воплощением израильского народа. Я понимаю, что я тоже пошел непонятно куда, какой Заокский, что мне, никого нет, денег нет, нет способностей никаких, куда я пойду, что я буду делать. Но Бог заботится, и история показывает, что он заботится о нас. И знаете, я верю в то, что лично каждого человека Бог пытается вывести из его собственного египетского рабства. У каждого из нас свое рабство. Каждый плывет по течению, у каждого свои заботы, у каждого своя жизнь, зона комфорта. И каждый живет в своем рабстве. Но у Бога есть мечта, и у Бога есть цель вывести тебя и меня в определенную землю, провести просто сложным, но невероятно крутым путем. На этом пути он хочет сделать нас особенными. Он хочет переплавить нас, избавить нас от греха и показать себя. И вопрос только, наверное, в том, для Бога нет проблемы, знаете, дать тебе какие-то вещи, дать тебе способности или еще что-то. Для него проблема одна. Проблема воли человека. Соглашается ли он идти или нет? Это, наверное, единственная проблема, которая для него есть. И выбор за тобой лично. Конечно, ты можешь остаться в Египте, ты можешь остаться в своем собственном Египте, довольствоваться теми идолами, которые у тебя есть. Но в таком случае ты никогда не увидишь величие Бога, которое он хочет открыть тебе в пустыне. Ты можешь довольствоваться тем хлебом, который ты ешь в Египте, тем мясом, но тогда, в таком случае, ты никогда не попробуешь хлеба небесного, который реально просто сходил, и израильский народ его ел. Ты можешь довольствоваться той водой, которая у тебя есть в Египте, тем, не знаю, виноградным соком, вином, но в таком случае ты никогда не попробуешь воду из камня. Ты можешь довольствоваться тем, что тебе говорят пастора о Боге. Ты можешь слушать о Боге и говорить: «Да, Господи, ты, наверное, такой великий». И оставаться в своем Египте. Но в таком случае ты никогда сам лично не услышишь его голос, как слышали израильтяне у горы Синай. Никогда не увидишь его величия. И выбор за тобой. Чего хочешь ты? Можешь оставаться в Египте, но можешь выйти из своей зоны комфорта, посвятить свою жизнь Богу, и я думаю, что ты не пожалеешь. Последний текст, который я хотел бы зачитать, и на этом, наверное, я закончу свои нравоучения. Текст из Исхода 19 главы, 4 и 5 стих. «Вы видели, — Бог говорит израильскому народу, — вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля». Бог говорит: я как бы тут главный, я царь этой земли, мне не проблема дать тебе что-то, мне не проблема дать тебе ораторские способности, мне не проблема дать тебе успехи в учебе, финансы, мне не проблема. Он говорит: у меня одна проблема, твое согласие, твое сердце еще не принадлежит мне. У тебя есть выбор сегодня, сказать Богу да или нет. Как по мне, выбор очевиден, но решать тебе.
благословений.